Так, игрушка называется Christmas Nightmare. То есть, типа, рождественский ужас, да? Рождественский кошмар. Окей, так, сейчас в настройки зайдем. Геймплей, управление, видео, так, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, назад, все. Новая игра. Игра тоже, короче, от Emeka Games и тоже, по-моему, на русском языке. Если мне не изменяет память. По-моему, Emeka Games. Так, нажмите Т, чтобы проверить задание. Нажмите R, чтобы запустить салют. Текущее задание. Нет. Текущего задания. Ой, что за фризы? Что за фризы? Так. Да что случилось, игра? Прекращай. А типа мне их запускать-то вообще можно, нет? Уру! Последний-то. Давай. Ширк. Чинч, ушел. Бабах. Хорошо. Так. Типа... Это мой дом, я здесь живу или что? Или это просто такой яркий дом? Нет, я не могу сюда зайти. Какая печаль, какая беда. Я, наверное, живу вот здесь. Раз машина у меня стоит здесь. Я, наверное, живу вот в этом доме. Что он делает там в темноте? Так, я дома. Я дома, это хорошо. Да что ж такие фризы-то, блин? А я могу там типа включить свет? Выключатели-то есть? Да, есть. О, хорошо. С самого детства всегда любил Новый год. В это время все становится таким уютным и волшебным. Ощущение, будто все желания сбудутся. Я чертовски устал на работе, просто хочу взять пивчанского из холодоса и расслабиться на диванчике. Что ж, неплохая идея, только давай включим свет, чтобы было лучше видно. Так, пивчанский из холодоса. Взять пиво из холодильника. Задание у нас. Так, нет, пиво кончилось, и продукты тоже. Черт, из-за этой дурацкой работы я совсем забыл про праздничный ужин. Нужно сходить в магазин. Напишу-ка я список. Ага. Нажмите Tab, чтобы проверить список покупок. Так, список покупок. Мука, сахар, майонез, томаты, кукуруза, горох, апельсиновый сок, макароны с сыром, пиво и чипсы. Чипсы и пиво. Холодильник-то закрой. Ну, окей. Пакет брать не будешь с собой, да? Ничего не надо? Ну, все. Пойдем. Меню на русском. Вроде бы она на русском. Ну, да. Зажечь салюты R. А, магазин в той стороне. Мне нужно выйти из района и пройти через парк. Пойдем. Эй, ты, слушай сюда, если ты украдешь еще хоть один салют, мы надерем тебе задницу, умник долбанный. Ты думаешь, что можно просто так украсть чужие салюты? Мы специально купили их и разместили перед своими домами, чтобы выйти и что-то там пострелять. Ха-ха-ха-ха-ха. Бежим. Какой же красивый у нас район, особенно в новогодние праздники. Если бы проходили какие-нибудь конкурсы на самый красивый украшенный район, мы могли бы посоревноваться. Пиво и чипсики.
Нахуй. Также доставка не работает здесь. Да что за фризы? Каждая новая локация сопровождается какими-то, короче, фризами непонятными. Подарки лежат. Коробочки. Ренат плохой мальчик. Да, есть такое. Как же здесь красиво. Мы очень любили гулять здесь, когда только переехали. Такое ощущение, что прошла целая вечность. А мы типа идем в магазин, а что так? Магазин-то далеко от дома. Короче, меня теперь соседи будут ненавидеть и говорить, какого хрена ты запускаешь чужие эфиры. А какого хрена вы их оставили, блядь, на улице? А вот и магазин. Как хорошо, что он не сильно далеко от дома. Но хотя бы подышал свежим воздухом. Я не понял. А чё все валяется? Мусор. Уборщик-то где? Вообще, вот эта вот парковка и территория принадлежит магазину. И по закону владелец магазина ответственен за эту территорию. Какого хрена все валяется? Вы обратили внимание, что возле дома, где мы живем, там ничего не валяется? Там все прибрано и чисто. Потому что каждый убирает свою территорию. Вот, а уборщик убирает центральные дороги и тротуары. А здесь срачельник. Ай-яй-яй, владельцу магазина. Ну и тем, кто это все раскидал. Нужно взять корзину для продуктов. Окей. Елочка. Здорово, Джек, с наступающим. С кем ты разговариваешь? Никого нет. Здорово, Джек, с наступающим. Если я уж настолько такой плохой, может быть, что-нибудь спиздить у Джека? Например, сигареты. Нужно проверить список покупок. Нажмите Tab. Да я вижу. Молоко. Пивас, живот стоит. Бери пивас. Алло. А, оно подсвечивается все. Ну ладно. Хорошо. Кукуруза, горох, томаты. Чипсоны. Это что такое? Апельсиновый сок. В таких банках. А пивас? Ты пивас-то не взял? Вот пивас по скидону. $23 за коробку 12 бутылок. Офигенно же. А где пивас-то взять? Ну, он... Там он не берет. Не хочет. Эй, Джек. Пиваса мне дай. Пивас не берется, я не знаю. Может быть, здесь надо с прилавка взять? Ну, типа, тут вообще ничего не берется. И ничего и не подсвечивается. Очень странно. А, то есть ты решил взять по $6 за бутылку, да? Мажор гребаный. Какого, Джек? Похоже, что тут что-то не так с электричеством. И что ты предлагаешь? Пойти найти Джека? А там что такое светится? Что такое? А, это рождественское украшение. Окей. Так, а чё? Так давай ты оставишь деньги, да иди домой. Чё ходить-то кругами? Ой, дверь открылась. Вот, блядь. Вот. Джек, ты тут? Я слышал какой-то шум. Это я, Конор, постоянный покупатель. Здорово, Конор, ты что здесь делаешь? Сюда нельзя посторонним. Электричество отрубилось, и на кассе никого не было. Я подумал, может, что-то случилось. А Джек там сидит, срет.
Слышите, да? Не, не переживай, все хорошо. В последнее время тут часто вырубается электричество. Возможно, это все из-за снегопада. Хорошо, я оставлю список продуктов и деньги за них на кассе. Хорошо, оставь на кассе, я позже все проверю. Ладно, не буду мешать. Да, Конор, теперь дай мне спокойно посрать. Ладно, с наступающим. С наступающим, пока. Он сидит там, срет. Слышите, да? Да в смысле диалоги опять, алло? Я подошел, они автоматически запустились. Бах, сука! Что это было? Что это было? Это не смешно, сейчас Новый год, а не Хэллоуин. Все. Так, продукты я купил, пора идти домой. Так, дверку в магазине закрываем, все. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Мы идем теперь домой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, пока-пока, Дед Мороз. Пока. Ого, это было громко. Наверное, он съел что-то не то. Надеюсь, он в порядке. Юмористы хреновы. Так, я почти добрался до дома. В магазине было что-то странное, помимо срущего Джека. О, коробочки валяются. Кажется, я видел что-то или кого-то после того, как поговорил с Джеком. Надеюсь, что с ним все хорошо. Звуки были такие, будто бы из него вылазит монстр. Наконец-то можно идти домой и расслабиться с бутылочкой пивчанского на диване. Моя любимая часть дня. Сосед Гринч, мы знаем, что это был ты, и надерем тебе задницу. Блять, как они узнали? А если бы я не зажигал ничего? Соседи, короче, меня спалили, что это я зажигал фейерверки. Сосед Гринч. Который типа украл Рождество. Так, а чё у меня опять не горит свет-то? Алло. Я же типа включал его. Нужно положить продукты на стол. Так, рассортирую продукты позже. Нужно найти ёлочные игрушки в подвале и украсить ёлку, а потом немного отдохнуть. Ну, как обычно, подвал. А где у нас находится подвал? Наверное, здесь, да, где-то? Так, свет есть. Это гараж. А вот, наверное, вход в подвал. Ага. О, мафан. Не работает. Ну ладно, а где у нас в подвале обычно лежат елочные игрушки? Наверное, где-то в коробке на стеллаже. Но я бы так сделал. Так, вот они. Теперь я сделаю так, чтобы елка светилась. Пойдемте зажигать елку. Так, дверку закроем. Так, свет в подвале выключаем. Дверку закрываем. Свет в гараже выключаем. Это же все-таки не... Чей-то дом? Это наш дом. Отсылка на мультик Гринч. Ага. Так намного лучше. Пойду возьму бутылочку пива. Так, пиво. Ура, пришло время расслабиться на диванчике и посмотреть телек. Зеленый, как Халк. Нифига он там пьет. Ну нахрен, не пейте пиво. Пейте вот соки.
соки, водичка. Что я как-то криво, короче, я сижу. Прям не нравится мне. Или кто-то сдвинул у меня камеру, хрен, короче, знает. Я где-то в каком-то углу, блин. А должен я быть посередине. Даже, наверное, вот так вот мне надо будет сделать. Вот так вот. Вот так будет хорошо прямо. Нажмите F, чтобы зажечь зажигалку. А я сначала должен ее взять. Так, ага. Свет отключился. А, похоже, что сегодня у всех проблемы с электричеством. Когда я был в магазине, там тоже отключился свет. И... Похоже, что выбило предохранитель, и надо спуститься в подвал. Ну, пойдем. О, странно, не помню, чтобы я закрывал дверь на замок. Там кто-то ходит. А, что это? А елка-то работает у него? Я что-то не понял. Так, ты был плохим мальчиком, Конор, очень плохим. Ты сделал больно многим людям. И вместо того, чтобы делиться, ты только и делал, что забирал. Забирал время, забирал настроение, забирал моменты. В этом году ты останешься без подарка и без своей собственной жизни. Хоу-хоу-хоу. Это был, короче, Санта-Клаус. Что за херня? Нужно включить электричество как можно скорее. Я ни черта не вижу с этой зажигалкой. О, дверь открылась. Конечно, не с первого раза, но открылась. А где у нас находится щиток с электричеством? За лестницей, наверное, да? Так, пропали три предохранителя. Если бы они сгорели, то остались бы на своих местах. Что за херня? Так. 0109. Три предохранителя исчезли. Найти три предохранителя и включить электричество. Я тебя понял. А где их искать-то я буду? В доме с зажигалкой? О май гад. Так. Надо идти, короче, к елке. В одном из подарков лежит предохранитель, да? Или что это? Подсказонька. О, елка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, хочешь, чтобы новогодние огни снова горели? Отгадай загадку. А, где всегда холодно и зимой, и летом? Ну, блять, на севере. Или в холодильнике. Наверное, в холодильнике. О, предохранитель. Один есть. Осталось еще два. Так. А, ты не такой тупой, как я думал. Возможно, для тебя еще не все потеряно. Вот только как ты умудрился их потерять? Ну, потерял и потерял. Что теперь? Ой, я не могу туда пройти. Там какие-то звуки. Там кто-то что-то делает. Тут что-то нарисовал или что это? Я нарисовал? Нет. О, монтажка! Да ладно, не страшно. Лучше бы кто-нибудь выбежал, вот тогда было бы реально страшно. А так? А так не очень страшно. Там кто-то дерется. Блять. Я пока кашлял, я даже испугаться не успел. А, похоже, что у меня проблемы с головой. Такое чувство, будто я слышал ее, будто она все еще здесь. Предохранитель номер два. Окей.
Предохранитель номер два есть. А вот и второй предохранитель остался еще один. Время 9:59 по Гринвичу. Новый год, почти Новый год — семейный праздник. Так почему же ты один? Ну, потому что жены нет. Там что-то шипит. Так, что ты подаришь ему на Новый год? Дай-ка угадаю. Точно не отцовскую любовь. У него, короче, был сын, была жена. Они либо ушли, либо, короче, умерли. Ну, одно из двух. В хоррорах другого не бывает. Так, папа, короче, под облачками. Грустный ребенок и плачущая мама. Ну, все как обычно. Нету здесь у тебя предохранителя, да? Я и друг. Друг дарит подарки ребенку. Друг, черт. Черти, какой друг. Окей, робот нифига какой страшный. Так, стоп, а тут что нарисовано? Папа сидит, пьет пиво перед телевизором, а друг... Так, сейчас, секунду, народ, у меня там кто-то звонит в двери. Так, я вернулся. Я вернулся снова с вами. Я снова с вами. А чё я говорил-то? Да супруга пришла с мелким с прогулки. Так. Папа сидит, пьет пиво, смотрит телевизор, а друг сына, который, черт, стоит за елочкой и ругается. Так, а у нас была еще одна дверь даже. Кажется, кто-то стучит в дверь. Кто это может быть? А я не слышал, что кто-то стучал в дверь. За дверью ничего нет. Иду я, иду, иду. Я, правда, ничего не вижу, но иду. Кто там? А никого нет. И дверь не открывается. Ой, чертик стоит. Эй, ты еще кто такой? Что он там делал? Он ел наши продукты? Так, ну у нас есть два предохранителя. Где еще один-то искать? О. Пианино. Пианино. Где искать третий предохранитель? Найти еще один предохранитель. Так его нету. Где я буду? Я даже приблизительно не понимаю, где его искать. Я не думаю, что он может быть где-то в подвале. Может быть, он где-то здесь в гараже? Может быть, он в елке? Нет. Пойдемте, короче, в подвал. Посмотрим, может быть, он все-таки где-то здесь. Хоть бы какую-нибудь подсказку бы что ли дали, что предохранитель, возможно, находится там-то, там-то. Нет, здесь нету его. Надо, короче, искать на втором этаже, скорее всего. Либо искать в продуктах. Ведь я вообще ничего не вижу. Где тут выход? Потому что черт стоял у продуктов, значит, может быть, он там.
Но я его не видел там. Нет, его здесь нету. Флаг Швейцарии. Там был на отпечатке. В ванну иди, звук воды был. А-а-а. В ванной был звук воды. Не, ну здесь нету ничего. Мыло. Цветочек. Записка! Я ее не видел. Ты смыл любовь своей семьи в унитаз. Ты облажался, но я могу помочь тебе, если захочешь. Давай. Давай. Нет, блядь, ничего я не хочу. Отстань от меня. Алло. Где телефон? Телефон внизу или здесь? Телефон, наверное, внизу на первом этаже. А где я его увидел? Нет телефона. А, вот он. Алло. Вот и поговорили. Привет, букет. Чё, нагулялся? О, записка. Ванна ждет тебя подарок. Третий предохранитель. Ванна ждет тебя. О, елочка, гори. А вот и третий предохранитель. Теперь можно идти в подвал, отключить электричество. Ну, здесь кремаки не очень страшные. Они внезапные, но они не страшные. Кто там воет, ноет? Так, кнопочка. Да будет свет, сказал электрик и перерезал провода. И чё? Света-то нет? А нет, есть. О, от ёлки до кассы нифига крови сколько. Вся квартира в крови. Жесть. А тут не горит свет. И что? Пойти в подвал и включить. Я включил. В подвале электричество. О! Записка. Елки больше нет, как и твоей семьи, но у тебя все еще есть шанс вернуть все как было. Просто сделай это. Просто признай то, каким дураком ты был. Признай, что ты не уделял внимания своей семье, как полагается настоящему главе семьи. Признай это. Пошел ты нахрен, чего ты хочешь от меня? Ну, конечно, у тебя есть время, чтобы сидеть на диване попивать пиво. А как же твоя семья? Ты виноват, но ты можешь все исправить. Просто сделай это. Сделай что? Вышиби себе мозг, да? Дурацкая игрушка. А что сделать-то? Нож. Воткну себе нож в горло.
что тут творится. Двери так и не открываются. Ничего. Телевизор надо включить или что сделать? Нифига не вижу. А, чертик стоит. Привет, чертик. Что ты от меня хочешь? Как ты думаешь, Коннор, ты был хорошим мальчиком? Да и вообще, я не знаю. Сделай это. Сделать-то что? Я не понимаю. Короче, есть выход. Это был просто сон. Очень страшный сон. Нажмите F, чтобы зажечь зажигалку. Позвони Эрин и извинись перед ней. Позвонить Эрин, давай. Я слышал. Что это было? Куда пропали все украшения? Никаких украшений. Закрыто. О май гад. Что творится в комнате у сына? О, нет, нет, пожалуйста, нет, 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 только не это, о господи, нет. Типа он убил всю семью, что ли, реально? Ебать ты, долбоеб. Он, короче, убил всю семью. Нет, этого не может быть. Как такое возможно? Кружка крови на рукаве. Чертики. Он убил всю семью. Все понятно. И чертик теперь за это его наказывает. Так, записка. Ну что, теперь ты чувствуешь себя виноватым? Ну да, почему нет? Или мы не убивали семью? Нет, сын валяется мертвый. И жена тоже. Пожалуйста, хватит. Но на самом деле ситуация в игре страшнее, чем вот эти вот все скримеры. Только ты можешь прекратить это. Ты знаешь, что нужно делать.
Где музыка играет? Где-то там играет. Ты знаешь, что нужно делать. Новый год — семейный праздник. Так почему же ты один? Это Новый год. Ты можешь просто загадать желание. Я хочу, чтобы все было как раньше. Конечно, я хочу, чтобы все было как раньше. Очень хорошо, Конор, хороший мальчик. Типа это был сон. Вот, блин, это был чертовски страшный сон. Похоже, что мое подсознание хочет мне что-то сказать. Пора бросать пить. Давай позвоним жене. Конор, милая, прости меня, я был таким дураком, пожалуйста. Эрин, ты веришь в чудеса, Конор? Да, думаю, да. Почему ты спрашиваешь? Так странно, Эван только что дал мне свое письмо Деду Морозу. В этом письме он просил Деда Мороза, чтобы мы снова были все вместе. Через пару минут после того, как я его прочитала, звонишь ты. Представляешь? И это не все. Эва нашел странную куклу на чердаке, когда мы поднимались за елочными игрушками. Мама сказала, что я раньше очень любила эту куклу, особенно перед Новым годом. Погоди-ка, эльф, у него случайно нет маленьких рожек на голове? Как ты узнал? Да уж, ты просто не поверишь. Похоже, что чудеса и правда бывают. Так, до Нового года есть еще пара часов, а дом твоей матери в 20 минутах езды. Вы приедете домой? Такого дурака, каким я был еще вчера, уже нет. Ха-ха-ха. Обещаешь? Да, ну естественно, он обещает. Обещаю. Хорошо, тогда мы скоро будем. Короче, это был всего лишь сон. Я тебя люблю. Я люблю тебя. И я тебя люблю, милый. Все мы друг друга теперь любим. Merry Christmas. Just. Ну что, отличный хоррор. Так, а что-нибудь там будет дальше? А, нет, это все. Это все. Отличный хоррор про семейные отношения, что не надо в праздники забивать на все, надо быть рядом со своей семьей и так далее.